Для любого повара самое сложное испытание – приготовить мясо. Куда эти палочки? Так, я сюда положу. Вот, сейчас я тебе покажу. Я расскажу, как правильно готовить мясо по-фински. Сначала мы берем лопату, копаем яму где-то глубиной метр. Дальше туда бросаем дров, ну, где-то кубометр. Поджигаем его и дальше кидаем туда мясо. И ждем где-то неделю, ну, плюс-минус 7 дней. Понятно, что эта работа неторопливая. И поэтому, чтобы быть готовым к этому трудному процессу, сначала надо приготовить соус. Вот, берем основу соуса, ты понимаешь? Ну, это тот, который остался от маринада, и дальше туда кидаем. Вот цыгана. Трудовой именно. Дальше. Сухой коготь медведя прошлогоднего. Еловые шишки. И дальше самый секретный ингредиент. Это запах финского лета. Вот. Мешаем тщательно. Ну, да. Вилли, ну мясо-то уже готово. Пора снимать. А ты все со своей приправой водишься. Чего? Да ничего себе, а! Готово. Ну что это такое? Спешка какая-то. Настоящее финское качество. Тундра гриль.